Всем привет! Сегодня тестируем ламповый двухканальный преамп Victor Custom Shop, который называется Scream Boost. Два канала чистый и канал High Gain. Имеется дополнительная грелочка, которая управляется с Foot Switch. На ней есть регулировки гейна и дополнительной громкости для соло. Также буст, который назначается вот этим тумблером, три положения, всегда включен. Всегда выключен и включается вместе с грелочкой. На чистом канале тумблер Bright, который имеет тоже три положения, всегда выключен. Включен и задирает середину. Включен и задирает верха. Foot Switch дублирует светодиоды. Включение грелочки на обоих каналах. Две лампы 12AX7, гитарный вход, два выхода, один на усилитель, другой в линию, он же выход на наушники. Имеется разрыв и выход на тюнер. Ну что же, начнем с чистого канала. Мы сегодня используем гитару Ibanez RG350. Сейчас играем на сингле без брайта. Включим грелочку. Итак, теперь послушаем канал перегруза. Включим грелочку.
заметно громче и теплее. Назначим буст. Сначала послушаем без грелочки. Вот так с бустом. We'll be right back.